Салам алейкум, пацаны, новый обмен магического кубка, новых три топовых наборчика, также, друзья мои, новые фишки в обновлении, также новые скинчики, новые скидки, много чего интересного, именно в этом видеоролике вы узнаете, просто ролик будет очень интересный, смотрите от начала до конца, располагайтесь поудобней, с вами на связи Дистери, сегодня будет просто ролик, закачайтесь, так что заранее, братцы, ставьте лайк и не забывайте подписаться с колокольчиком, кстати, не забывайте сегодня заходить на мой стрим, друзья мои. Сегодня стрим утром в 9 часов утра по московскому времени. Стрим прям будет очень бомбовый, закачайтесь. Ну что, друзья мои, давайте, наверное, начнем с самого начала. Конечно, реклама и продолжаем. Ну а если у тебя, мой друг, не получается задонатить в игру, у тебя выходит какая-то ошибка, то тебе поможет сайт Купикод Gold. Купикод Gold — это замечательный сервис, где вы можете приобрести игровую валюту на разные мобильные игры и не только. Например, PUBG Mobile, Free Fire или также Mobile Legends. Но нас, конечно же, интересует Free Fire. Перед тем, как купить себе игровую валюту, конечно же, не забудьте авторизоваться. Да, вы можете авторизоваться через Telegram или ВКонтакте. Когда вы авторизовываетесь, то вам будут доступны бонусы. И благодаря этим купикоинам вы потом сможете купить себе какую-то покупочку. Алмаз тут можно купить дешево и, самое главное, безопасно. И тут не запрашивать никакие-то пароли от аккаунта или данные. Тут просто элементарно нужно ввести свой айдишник, обязательно верный, и нажать кнопочку «Купить». Нажимайте «Оплатить PSPB» и алмазы на вашем аккаунте. Также вы можете ввести мой личный промокод «Дистери», который даст вам 5% скидки. Также, просмотрев много сайтов, я понял, что Купикод Gold предоставляет очень дешевые цены на рынке. Купикод – это больше, чем просто сервис пополнения мобильных игр. Купикод – это игровая экосистема. Они делают упор на честность и развитие комьюнити, а также организовывают турнир и предлагают систему лояльности. Поэтому, если ты хочешь пополнять мобильные игры без каких-то трудностей, то ссылочка на Купикод будет в описании, а также закрепленный комментарий. Давайте начнем, наверное, с магазина. Вы знаете, что нам теперь в магазин добавили скидки 50% на все, что тут есть в игре. На все, что у нас имеется, братцы. 50% скидки. То есть вы можете уже приобрести себе все, что хотите. Наборы, вещи, стенки, эмоции, машины. То есть все, что у вас нету, то есть вы можете себе приобрести 50% скидки, охренеть. То есть это все вы можете приобрести себе уже абсолютно по максимальной скидке. Сразу говорю, друзья мои, эта скидка действует всего лишь только один день. Так что успевать забрать. Я себе уже забрал этот скинчик. Забрал себе, да, уже машину по 50% скидки забрал себе. Ну да, 50, нифига себе. Я забрал ее вообще там за 300, за 299 алмаз забрал себе. Офигенный скинчик на Monster Truck, так что забирайте. Вот, также получается код Monster Truck. Тоже довольно-таки очень интересный, мне он тоже понравился. Вот, тоже, надеюсь, тоже прямо сейчас заберу его. Тоже забираем прямо сейчас его. Тоже офигенный скинчик. Также получается пресеты, то есть все, что тут есть, братцы, можете приобрести себе комнаты. Комнаты за 50% скидки, офигеть, братцы, вы можете, знаете, сколько комнат понакупать себе, офигеть, то есть два раза, почти цена дешевле, офигеть, смена Ника 195, тоже очень бомб, так что, друзья мои, успевайте покупать, сразу говорю, если вы себе не можете задонать в игру, не получается у вас, ну, ошибка выходит. Прямо сейчас ссылочка на мой ВК в описании, пишите мне ВКонтакте, я вам помогу задонатить, помог я уже очень многим людям. Алмазы через меня приходят быстро, и это безопасно. Вы не перейдете ни на какие левые сайты. Но за это беру маленькую комиссию. Все, поехали дальше. Дальше. Показываю, что у нас будет. Дальше, друзья мои. У нас будут новые скинчики. Это, конечно же, скинчики будут на АВМ, на Юмпик. Также будут новые скинчики у нас, помимо всего этого, конечно, будут на пистолет, друзья мои, и много чего другое. То есть это все, что у нас будет добавлено уже в обновление. Новые скинчики. Напоминаю еще раз, обновление у нас будет 17 апреля, друзья мои, 17 апреля у нас будет. Вот, и какой паранг, офигеть. Получается, это типа коса такая или что это? Ну, в общем, друзья мои, добавлено будет очень много. Прям вы посмотрите, сколько всего прикольных вещей. То есть это уже будет прям нереально большое, скажем так, глобальное, да, добавление именно новых всяких вещей. То есть сковородка такая вот в виде руки, ну, скорее всего, она будет с эффектом, браться, скорее всего, будет с эффектом. Получается, непонятная граната, непонятная. Блин, плохо, что, конечно, эффектов, да, братцы, нет. Ну, пока показываю, пока то, что есть. Новые стенки, братцы, да. Стенки тоже у нас будут новые. Скорее всего, эта стенка будет без эффектов. Также парашютики будут новые. Да, после парашютиков у нас будут. Тут уже показывают наборчики, друзья мои. Да, наборчики тоже у нас будут. Очень много добавленных. Женские, мужские наборчики будут.
Вот то, что у нас в обновлении, то такой будет набор, тоже довольно-таки интересный, с маской, да. Вот такой набор, снова вкладки тренда тоже будут. Вот, с ФФ, да, получается. Ну, довольно-таки интересно. Интересные наборчики. Ладно, поехали дальше. Дальше, конечно, друзья мои, будет сердце вам. И я всем, друзья мои, говорю прямо сейчас вам спасибо, да, кто, получается, досматривает ролик от начала до конца. Вы красавчики. Кстати, братва, не забывайте, что у нас уже в телеграм-канале уже создан пост, где вам нужно будет писать свой айдишник. Заходите быстренько на мой телеграм-канал, ставьте обязательно айдишник, не больше 3 комментариев. И кто-то из вас уже скоро выиграет прокачку на 10 тысяч алмазов. Ссылочка на мой телеграм в описании. Заходите, братцы, всех там, всех, вот даже не думайте, сразу идите прямо сейчас, да, после видеоролика и записывайтесь. Вот, поехали дальше. Дальше, конечно же, братва, что у нас? У нас новый скинчик также будет добавлен. Это, получается, скинчик на Томпсон, да. Скинчик будет добавлен на Томпсон, так вот... Ну, довольно-таки интересные эффекты, да, также со статистикой, да. И также будет скинчик на биту, тоже с эффектами. То есть, два скинчика будут добавлены. Также получается, братва, два набора, да. Точнее, набор, прошу прощения, мифический набор ангела. Вот такой будет добавлен, друзья мои, да. То есть, это получается набор один, просто он будет добавлен в двух цветах, двух цветов он будет, короче. Тоже довольно-таки интересный. Сзади у него, короче, крылья и так далее. Как я, в принципе, помните, вам показывал. Может быть, многие не знали то, что у нас, да, друзья мои, будет, получается, набор. Набор, он будет выглядеть очень офигенно. Я вам давайте еще раз покажу, как он будет выглядеть. Это вот такой вот наборчик. Вот такие у него будут эффекты. То есть, получается, оба набора, у этого набора крылья сзади, да. То есть, сам по себе набор, он будет выглядеть вот так вот, братцы. Огненный, то есть огненная голова, то есть, ну, получается, это молнии, вот, да, ну, в принципе, смотрится довольно-таки эффектно, я был в шоке, когда увидел, то есть, это то, что касается нового наборчика, да, это, ну, помните, я вам скинчики показал, вот эти вот будут два набора у нас, ладно, поехали дальше, друзья мои, помните, я вам показывал, что будут добавлены новые фишки, вы знаете, что в игре сейчас на машинах собирать нельзя, получается, монеты, а с обновлением вы теперь можете просто на машине заехать на монеты, да, и вы их сможете забирать. То есть это новая фишка, которая будет добавлена в игре. Тоже довольно-таки очень интересно, очень бомбово. Теперь сейчас вам нужно с машины выходить, забирать монетки, опять садиться и уезжать, да. А теперь вы можете просто на машине поехать, пособирать монетки и поднять своего тиммейта. Бомбово. Противника было тоже круто. Ну, я считаю, эта фишка бомбовая. Также, друзья мои, помните, я вам говорил, что у нас 17 апреля всегда обновляется новый магический куб. Помните, я вам говорил, новый обменник. И очень многие спрашивают, Дистрик, скажи, пожалуйста, а какие у нас будут новые обменники за обмен магического кубка? Друзья мои, есть уже три набора, которые будут добавлены в обмен магического кубка. Три набора. У нас первый набор будет выглядеть вот такой вот, женский рыцарь. Да, это первый набор, который будет добавлен за обмен магического кубка. Первый наборчик. Это уже 99%, братцы. Уже прям зарубежка максимально всем показывает. Второй набор будет добавлен вот такой, друзья мои. Да, вот этот набор у нас уже вроде был. Это с инкубатора, братцы, если я не ошибаюсь. Это с инкубатора наборчик. Второй будет добавлен. Вот, тоже довольно-таки очень интересно. Братцы, пожалуйста, по 10-бальной шкале оцените, как вам этот наборчик. Нравится вам или не нравится? Мне лично очень нравится. Прям реально очень нравится. Прям топовый наборчик. Вот, это будет второй наборчик. И третий наборчик у нас будет егоная подруга. Это наш женский персонаж. Тоже, в таком же формате будет наборчик. Но этот набор реально очень крутой. Тут можно с ним вообще бегать максимально круто. Вот такой вот наборчик будет на женский персонаж. Это то, что касается за обмен магического кубка, друзья мои. Также не забывайте, у нас в день выходит два видеоролика, братцы. В 7:45 и в 15:45. Я каждый день выпускаю ролики и стримлю для вас. Каждое утро в 9 часов утра, братцы. Не забывайте, просто каждое утро заходить на мой стрим. Каждое утро. Сегодня после видеоролика можешь зайти уже на мой стрим. Сегодня я вам покажу новую фишку, как можно теперь будет настраивать телефон для оттяжки. Теперь намного легче каждый из вас сможет себе настроить телефон для оттяжки и давать в голову. Да, новая фишка с обновлением будет добавлена. Сегодня на стриме я буду все говорить. Всем все ясно? Также, братва, не забывайте максимально всем. Братцы, пожалуйста, не забывайте.
подписаться на мой второй YouTube-канал. Называется D-Story Live, братцы. Максимально хочу там добить 5000 подписчиков. Вот ссылочка на мой второй YouTube-канал будет в описании. По-братски. В описании, в комментариях. Просто зайдите прямо сейчас все. Ничего сложного. Зашли, подписались, вышли. На 5000 подписчиков я там сделаю розыгрыш на 5000 алмазов. И на 5000 подписчиков на втором YouTube-канале, на D-Story Live, я дам его сыну. У меня сын там будет снимать контент, братцы. Он хочет там себе 5000 подписчиков. Давайте все поддержим. Вот если вы красавчики, пожалуйста, поддержите. Не забывайте. Ссылочка будет в описании. Там так и называется. Второй YouTube-канал D-Story Live. То есть это спокойно подписывайтесь и все. Всем все ясно. Также, братцы, не забывайте про набор в гильдию. У нас скоро будет в моей гильдии набор на, точнее, турнир будет на 10 тысяч алмазов, да. В моей гильдии скоро будет турик на 10 тысяч алмазов. Так что, братцы, тоже кидать заявки. Мы вас посмотрим, если вы нам подойдете, мы вас обязательно воспримем. Также не забывайте, конечно же, про настройки. Кому нужны настройки на ваши телефоны, тоже спокойно можете ко мне обращаться. VIP-настройки по очень дешевым ценам. Честно, настройки прям бомбовые. Приобретайте, я вам их даю, вы их ведете и будете реально, у вас будет намного будете хорошо играть. Лучше, чем играли. Всем все ясно, братцы. Ну и, конечно, по стариночке не забывайте, конечно, братцы. Это что? Правильно, друзья мои. Заходите прямо сейчас на мой стрим. И если вы хотите заработать себе денег, видите, прямо сейчас скачивайте мой любой видеоролик, делайте запись и так далее. И выкладывайте везде, где хотите. Выкладывайте в TikTok, YouTube, Instagram. Подписывайте хэштег D-Story. Вот, и если у вас будут набираться хорошие просмотры со мною, то я вам в ВК мне напишите, там скажешь, D-Story, вот у меня с тобой ролик набрал там 10 тысяч, там 15 тысяч просмотров, и я тебе подарю или деньги, или алмазы, на твой выбор. Всем честно. Все, братцы, бежим на мой прямо сейчас стрим, бежим, да, и не забывайте подписываться на мой телеграм-канал с рым YouTube-каналом D-Story Life. Всем пока, вы лучше, люблю вас.